Для продолжения строительства станции метро «Театральная» и сохранения транспортного сообщения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской планируют переустройство трамвайных путей. Технические условия муниципальным предприятиям ТТУ уже выданы. Вопрос на стадии согласования. Материалы заказаны, сроки поставки необходимо увязать с проектом производства работ, поясняют в ГКУ Самарской области Управление капитального строительства. Рельсы и шпалы планируют переместить с середины проезжей части ближе к тротуару. После переустройства специалисты гарантируют стабильное трамвайное сообщение в оба направления. Кроме того, переустройство линий позволит завершить вынос водопроводной магистрали. Как пояснил первый вице-мэр, вся работа по переустройству трамвайных путей займет около 14 дней. На время перекладки перекрытия не планируется. В период переустройства трамваи продолжат курсировать по старому полотну, затем специалисты пристыкуют существующие и новые рельсы. Сделают это ночью, чтобы не создавать неудобств для жителей. Напомним, минимизация неудобств для горожан остается одной из приоритетных задач. Однако на следующем этапе в районе будущего станционного комплекса все-таки потребуется временное ограничение движения на перекрестке Галактионовской и Красноармейской. Это необходимо, чтобы продолжить строительство станции метро «Театральная». На участке возведут тягово-понизительную подстанцию. Пока намечены только предварительные сроки. При этом планируется, что и во время строительства подстанции трамваи продолжат курсировать уже по новой линии. Также предполагается, что временно на эту ветку будут перенаправлены трамваи, которые сейчас следуют по улице Фрунзе. Актуальные работы продолжаются в штатном режиме. В районе зоны строительства на Галактионовской рабочие заканчивают разработку стартового котлована. Также идет подготовка и в районе улиц Новосадовой и Полевой. Выполняется устройство ограждающих конструкций будущего стартового котлована буросекущих свай. После окончания строительства первой ветки самарского метро и ввода в эксплуатацию театральной, подземка свяжет удаленные районы Самары с исторической частью города. Добраться можно будет всего за 20-25 минут. Интервал движения поездов метро может сократиться до 7-8 минут. Это очень быстрый способ добраться до любого места без пробок. Там достаточное количество сидений. Тем более станция театральная, она строится в старой части города, где происходят самые крупные и важные мероприятия. Поэтому мы уже всеми друзьями ждем, не дождемся, когда ее уже откроют.